Опа! Ну что же, у нас на прямом включении в студии наш специальный корреспондент, отличный спортсмен, уважаемый человек, настоящий пример для молодого поколения, Артем Дзюба. Ну что, как тебе у нас, пиздоболов, Артем, а? Где вы находитесь, бля? Всем привет. Я нахожусь в зале славы мирового футбола в Мексике. Естественно, меня в нем нет. Даже нахуй не пустили посмотреть, кто там есть. Поэтому мы переносимся на сельскохозяйственную выставку. Давай ебашь его! Здесь мой ебальничек более уместен. Здесь я даже сойду за городского, потому что у меня ботинки в дерьме, и с дерьмового у меня только прическа.